Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale на моем основном аккаунте. Теперь вы будете видеть часто на этом аккаунте ролики, потому что с недавних пор... Кстати, кто не видел ролик, я вот недавно выпустил, я задонатил 56 тысяч гемов, и я их потратил на открытие сундуков. Ролик получился реально крутым, я туда вложил много сил и денег, поэтому реально зацените его, подпишитесь, если еще не подписаны. И там, кстати, конкурс на эти же гемы, эти гемы разыгрываются среди вас, всего лишь нужно подписаться, лайк поставить, поэтому участвуйте в конкурсе и получите бесплатно. Гемы. Что ж, ребята, мы переходим к сути ролика. Значит, сегодня я буду делать онлайн-атаки. И сегодня мы перейдем на новую лигу Искатель 3. Соответственно, я покажу новую колоду, покажу свои онлайн-атаки, потому что на прошлом стриме люди это просили. Да вообще, я обещал, что будет каждая лига фиксироваться на видео и показываться разные онлайн-атаки и колоды. Искатель 2 я уже записывал ролик, теперь будет Искатель 3 сегодня. Ну и следующий ролик уже будет на мастере. Потом будем уже смотреть, какие будут колоды, и дальше... Это мы посмотрим чуть позже. В общем, ребят, колода выглядит следующим образом. Это дека с мортирой. Но дека не та, которую я уже показывал, а немножко другая. Это дека с кладбищем. Мортира плюс кладбище. И с кладбищем я как бы показывал мортиру, но это опять не та колода. Тут еще есть ночная ведьма. В общем, колода очень крутая, играбельная. Значит, чем она мне нравится? Тем, что она отличается от предыдущей мортиры, что если в прошлой колоде ты просто играешь мортирой и наносишь урон вышке исключительно ей, а потом добиваешь ракетой, то здесь нет. Ты можешь задефаться мортирой, а пойти в атаку обычной декой с кладбищем. Мне это очень реально по фану. Ну и, в принципе, эта дека очень подходит для 4600 кубков. Ну и теперь предлагаю пойти в атаку. И, кстати, ребята, у меня доступна мортира уже на 13 уровень. И давайте так, я ее улучшу на 13, потрачу 100 тысяч золота. Давайте наберем на этом ролике 2000 лайков. Это быстро. Каждый вот сейчас взял и просто поставил лайк. Ну и подписался на канал, если еще не подписан. Набираем 2000 лайков, я улучшаю мортиру до 13 уровня и покажу еще одну интересную колоду. Ну и, конечно же, постараюсь как можно взять быстрее 4900. Ну что, надеюсь, вы лайком отблагодарите меня. Я вам заранее тоже говорю спасибо за лайк. И погнали, ребят, в онлайн-атаку. Покажу вам, как эта дека работает. И, в принципе, сделаем 4600 кубков и перейду на новую лигу. Потому что уже пора бы. Итак, 12 уровень не подбирается. Смотрим, что у него за колода. Жду его первый ход. У меня уже есть мортира, я могу ее поставить. Но, в принципе, давайте это сделаем. Почему бы и нет? Давайте ставим мортиру. Давайте, тут рыцаря впереди. Так, это ведьма. Мне подсказывает что-то, что это таран. Еще у него... А, нет, это ведьма с гигантом. Очень популярная дека. Очень популярная. Сейчас гигант подойдет к мортире, и мортира будет дамажить у нас уже вышку. Бревном подтолкнем лучниц и убиваем их. Отлично. Одну тыку наносит гигант, и моя мортира остается жива. Смотрите, мы задефались. Хотя мы особо и не... Мы не сидели в обороне, да? Мы пошли в атаку, но мы отдефали его юнитов, которые пытались задефать меня. Звучит запутанно, правда, но... Плюс, мы в плюсе. Давайте снова ставить мортиру. Снова ставим. И рыцаря. Варвары. Окей. Лучницы плюс рыцарь. И мы это все должны задефать. Там два варвара, конечно, это плохо то, что идут. Хотя, в принципе, можно так гоблинами отвлечь. И тут, и там все задефать. Все красиво, все хорошо. Одну тыку, наверное... Нет, две тычки. Две тычки сделает мортира. Это круто, ребята. И это я еще ему кладбище не показывал. Он, я уверен, к нему не будет готов. Если бы он знал, что у меня кладбище, он бы уже там какие-то карты суетил бы под него. Но он еще не видел у меня кладбище. Так, и снова у меня мортира. Смотрите, как быстро меняется цикл карт и как легко мы ему наносим урон, ребят. Сейчас предлагаю мортиру поставить на деф. Он 100% не ожидает кладбища. Вот смотрите, это то, о чем я говорил. Он не знал, что у меня есть кладбище. И сейчас я им воспользуюсь, потому что он потратил поизон. Если, конечно, у меня хватит на это эликсира. А, ну еще не удвоенный элик, я думаю, что у меня немножко не хватает. Вот сейчас, поехали рыцарь. И поехали кладбище. Единственный минус, я не могу накрыть поизоном, но у меня есть для этого стрелы. Если на случай миньоны там или еще что-нибудь. Смотрите, ребят, просто на изи мы разобрали ему практически вышку, да. Все, ставим мортиру на деф. И спокойно дефаемся. Нам не надо сейчас вторая вышка, будет очень трудно ее как бы забрать. Так, у него тоже есть кладбище, окей. Нам не страшно, абсолютно нет. Тут у нас бросаем мы бревно, забираем лучниц, убиваем кладбище, дефаем гиганта, снова ставим мортиру, и все опять повторяется заново. То есть, ребят, ну вы видели, да? Вообще не напрягаясь, ничего такого особенного я не сделал, но вышку я забрал. И он ничего не смог мне сделать. То есть, изи.
Он даже уже не сопротивляется. Окей, давайте так по фану просто выбросим банду гоблинов. Кладбище, все подряд. Окей, 3 секунды, победа, ребят. В общем, первая каточка, отлично. Кстати, нам нужно сыграть 3, по-моему, победных атаки. Ну, сейчас посмотрим. Плюс 29 кубков, нам еще 50 кубков. Это 2 атаки, да, получается? 2 или 3? Ну, в общем, поехали. Поехали в бой, неважно, нам надо взять 4600 сегодня. 12 уровень снова подбирается. У меня просто привычка осталась с предыдущей колоды обращать на уровень внимания. Потому что у меня печка была, и печка моя наносила урон только по 11 башням. А сейчас, в принципе, мне все равно, ну, конечно, как все равно. Я имел в виду все равно 12 или 11, вот если 13, конечно, то это плохо. Вау, ребята, вот это, конечно, поворот. Я против мортиры, честно, не могу здесь умничать, потому что я и реально не умею против нее играть. Ну, я имею в виду, что мортира против мортиры. Я даже не знаю, как я сейчас буду выкручиваться. Ну, блин, это может быть ничья, это очень будет скучная игра. Так, бросаем бревно. Сейчас он поставит мортиру, я тоже поставлю мортиру. Так, вот, ставлю я мортиру, отлично. Так, надо мортиру качать до 13-го. Ну, все, конечно, зависит от ваших лайков. Давайте, ставьте лайки, я ее прокачаю до 13-го. И, ну, естественно, буду лидировать. То есть, ну, видим, да, что это будет скучная игра. И я сомневаюсь, что я выиграю здесь. Я даже малейшего понятия не имею, как мне, как играть здесь. Чтобы я могу, если я сделаю какой-то, где-то допущу ошибку, то все. Он поставит мортиру, только я про ее пропущу и считаю, что я проиграл. Этого нельзя допустить. Так. Так. Давайте ночную ведьму за вышкой. Я чисто сижу сейчас аккуратно в дефе. Не хочу, не спешу идти в атаку. И вообще не знаю, как сейчас проатачить. Ага, он тратит ракету. Ракету он потратил. Ребятки, ну я не знаю, давайте. Давайте банду гоблинов. И, ну блин, я без понятия. Если он будет закидывать меня ракетами, то я так проиграю. Отлично, мои гоблины немножко нанесли урона, это круто, это хорошо. Давайте мы тоже сразу идем в атаку, поехали. Сейчас будет рыцарь, конечно, или нет? Бревно, бревно было на лучниц, рыцарь вот сюда. Все, я теперь понял, под ракету я не буду своих юнитов подставлять. А он, видим, ребята, активно пользуется ракетой. Реально, просто ему, он понял, что он тоже не заберет вышку, если будет просто использовать мортиру. Давайте накроем стрелами. Накроем стрелами. Вау, мои стрелы убивают. Мои стрелы убивают, ребята. Отлично, отлично. Нет, нет, моя мортира не нанесет урон, к сожалению. Так, поехали, поехали, сейчас попробуем. О, он потратил элик. 6 эликсира потратил. Ну, я должен как-то сейчас задефать. Точнее, продамажить его. Бревно, окей. Дефаем мортиру, ставим свою мортиру. Так, лучницы. Лучницы. Так, бревно. Мои лучницы, его лучницы убиваются моими стрелами. Это, кстати, круто. Осталось 1200 хитпоинтов на моей вышке, ребята. Если он сейчас с ракетами... Да, он спамит ракетами. Ай, блин, нужно как-то сейчас выруливать. Давай, давай, давай. Отлично. Давай еще чуть-чуть. Еще тычку. Ребятки, победа. Ух ты. Хорошая игра. Блин, ну, это реально была хорошая игра. Я надеюсь, что вы лайк поставите за такую игру. Блин, мне понравилось. Я не ожидал. Парень понял, что шансов нет. Мортира против мортиры не сыграет. То есть, если кто-то где-то затупит, он начал закидывать ракетами. И вот в конце лишняя его была ракета. Он не смог задефаться. Блин, круто. Я считаю, что мне повезло. Ну что, последняя игра и 4600. Ребята, пожелайте мне удачи в комментариях. Ну и поддержите лайком. Поехали, поехали. Итак, 11 уровень подбирается. Хорошо. Сразу у меня есть в деке мортира. Сразу я, в принципе, могу поставить. Так, ну, в принципе, я могу подождать какой-то ход от него и сделать... Ага, вот, отлично. Я уже понял приблизительно. Вот с первой карты я уже приблизительно понимаю колоду своего соперника. Вот гоблинская бочка. Я уже знаю, к чему быть готовым. Здесь у нас лучницы пойдут и рыцарь. Быстренько сейчас вот этого ледяного колдуна убираем. Ой-ой-ой, а стрелы у меня аж следующая карта. Стрелы аж следующая карта. Ладно, банда гоблинов в помощь. Надеюсь, быстренько разберем, не запнет он. Нет, отлично, отлично. Все, урона мы не получим, я уже спокоен. Так. Мне кажется, что у него еще есть хок либо гигант, потому что, ну зачем ему просто так бомбер? В основном сплэшеров берут, когда есть какой-то танк.
Вот, ну просто с гоблинской бочкой, мне кажется, бомб... Вот, вот о чем я говорил, ребят. Ну, я уже просто сколько играю в эту игру, здесь уже все читаемо, реально. Ничего новенького. Ну, давайте ставить мортиру, нам тут надо отдефаться. Ну, а потом как-то попробовать с кладбищем зайти. Так, я не буду тратить стрелы. Не буду тратить, потому что у него миньоны. Он заставляет меня, конечно, их потратить. Хотя у меня просто бревно по циклу не сходится. Ух ты, ребят. Это фейл для него, Быстренько, бомбера забираем. Ах, не хватает мне эликсира. Было бы сейчас идеально кинуть кладбище. Я готовлю стрелы. Ага, не понадобятся стрелы. Я думал, будут миньончики. Миньонов не будет. Значит, мы здесь выбрасываем банду. И ставим мортиру. Сразу ставим мортиру. Так, ставим мортиру, отлично. Сейчас забираем быстренько гоблинскую бочку. И все. И, в принципе, если будет даже орда миньонов сейчас, то я ее заберу стрелами. Давайте здесь выбросим лучниц. Ну, будет орда миньонов, ребят, смотрите. Сейчас будет орда миньонов, я накрываю их стрелами. Ну, давай. Ну, чё он так долго? Неужели у него нет эликсира? Угу. Гиганта решил он. Окей. Гигант так гигант. Так, мне надо желательно рыцаря на бомбера. Вот таким вот образом. Здесь у нас банда гоблинов пойдет. И снова ставим мортиру. Ставим мортиру, летят стрелы, убивают банду, но не убивают ведьму с принцем. Ой, с рыцарем, вечно их путаю. Так, мне бы кладбище запустить. Нужно как-то зайти с кладбищем, ребят. Видим, он уже фаерболами начал кидаться. Начал меня реально дефать. Агрессивно дефается. Так, вау. Вот сейчас очень опасно. Прям реально очень. Давайте банду гоблина вот здесь. Я уже вижу, что гоблинская бочка летит не на вышку. А чуть дальше, в угол. Так, хорошо. Так, и сейчас надо зайти. Ну, будет фаер. Нет, не будет фаера. Короче, даже если будет фаер, я захожу. Захожу, поехали. Так, давай миньонов. Ну, пожалуйста, заюзай миньонов. Просто это будет реально по эликсиру размен хороший. Блин, нет, не заюзал он миньонов. Осталась минута, ребята. И надо как-то задефать. Точнее, не задефать, а надо как-то запушить его. Так, стрелы. Он потратил стрелы. Какой он бдительный, наперед все бросает. Все, тут ставим мортиру. Ставим мортиру. Так, так, так. И кладбище. Надо завязать кладбище каким-то образом. Давайте вот здесь. Так. Бревно. Бревно. Юзаем бревно. Так, ну пожалуйста, добей, добей. Стрелы, стрелы. Отлично. Фух. Очень, блин, какой-то противник мне противный подобрался. Вроде бы и не сложный, но и дефался как-то агрессивно. Ну что, ребятки, можно меня поздравить, 4600 кубков, в принципе, с чем меня поздравлять, это не рекорд, но все равно я 4600 взял. Показал вам онлайн-атаки, ребят, колода реально решает, очень крутая, берите, пользуйтесь. Я, конечно, понимаю, что вам может она не подойти, если у вас нету кладбища и ночной ведьмы. Заменить ночную ведьму можно чем-то, а вот кладбище здесь реально решающая карта. Если вы хотите какую-то другую колоду, то пишите в комментариях какую. И 2000 лайков набираем, и я сразу же записываю новый ролик. Ну что, ребятки, на этом я буду прощаться, надеюсь, вам выпуск понравился. Заранее вам спасибо за лайки, за поддержку, за просмотры. Желаю вам, ребятки, удачных побед, берите мои колоды, надеюсь, они вам помогают. Напишите в комментариях, вам мои колоды нравятся или нет, мне будет интересно почитать. Ну и еще раз спасибо за просмотр, желаю вам удачи, ребятки, всем до новых встреч и всем, ребятки, пока.